Опаньки. Так, тут идет какая-то стройка. О, кто-то сигналит и едет. Непонятно зачем. Теперь понятно. Тут очень сильно пахнет навозом. Ух ты! Пешком редко кого-то здесь увидишь. Так, тут вообще можно легко упасть. Ни перил, ничего. Бар. Церковь. Можно причалить, попить пиво и дальше будет. Хочешь плавать, плати деньги. Ну, естественно, тюльпаны. Блин, и тут реставрация. Я думал, пройти красиво будет. Ни в одном городе, пока ехали, я не видел бездомных животных, собак. Все были опрятные. В Греции увидишь. В Греции? Mm-hmm. Когда-нибудь, может быть. Бездомных там.
где-то там, вот там, к востоку, где море, да? Ага. И проливы всякие. И там очень много бездомных кошек. Это откуда такая информация? Я фотки показывала. Ага, понятно. Кажется, дождь собирается. Станция.
Первый европейский дождь. Минеральная вода. Обувь явно не для песка. Где-то по ту сторону Северного моря Англия. Ну не где-то, а прям. Прямо по ту сторону. О, тут стало плотнее. Очень классно.